Вместе с главой округа Русланом Заголовацким на обход отправились сотрудники администрации Ликино-Дулевского комбината благоустройства, управляющей компании и другие. Глава положительно оценил работу ответственных лиц по содержанию дворов. Тротуары почищены, дорожки и подходы к подъездам обработаны песко-соляной смесью. Что не порадовало, так это территория вокруг ТСЖ. Здесь о качественной уборке придомовой территории говорить не приходится. Негатив вызвали и художество граффитистов, которые практически везде оставили свой след. Устранить каракули на подведомственных домах поручено руководству управляющей компании.